А это, товарищ Лапшин, наш местный Пинкертон. Будни криминального вышуку. Ты, конечно, взбесился. Тебе стрелять нужно, как бешеную собаку. Обязательно стрелять надо. За что, гражданин начальник, я не виноват. Эть? Не виноват я! Ничего, вычистим землю, посадим сад. Еще сами успеем погулять в этом саду. Побыт коммунальной квартиры. Шеренги, смыкайте. И любовный трохкутник. Главное, меня снял, теперь я в утренниках играю тартошку. Говорю, мне надо окучивать, окучивать, окучивать. У драме Алексея Германа «Мой сябр Иван Лапшин» на Беларусь 3.